Покажи флагом! Где флаг? Покажи флаг! Открой, открой! Вот так отдыхают таджики и празднуют... Какой там праздник у вас сегодня? День флага! День флага! Да. Вот, сегодня у нас день флага в Таджикистане. Представляете, и я вместе с таджиками праздную и передаю привет всему Таджикистану. Всем салам алейкум! Я люблю свой президент, я люблю его Рахмон, он наш кумир. Все. Передавай привет всем на таджикском, на русском. Поздравляй! Наш лидер таджика ему Рахмон. Так, отлично, красиво звучит. Вот так таджики отдыхают, празднуют, танцуют посреди ночи в центре города Худжанда, второго по величине города Таджикистана, с флагом празднуют День национального флага, как я уже и говорил. Конечно, музыку слышно, да, да, да. Все любят президента, все любят флаг, я присоединяюсь. О, остановка даже, очень показательная остановка. За спиной моего друга. Называется Зафар, что в переводе обозначает путешественник или путник, если я не ошибаюсь. Нам уже сигналят, приветствуют. Мы любим, я тоже люблю Рахмона. И мой тоже. Ура, слався Таджикистан. Ура. Красавчик. Салам алейкум, Таджикистан. Братан, а ну переведи мне, что такое Зафар? Там написано Зафар, это что? Это значит путь, да? Путь, нет? Не путь, это... Как тебе сказать? Давай. Зафар это... Как тебе сказать? Трудно перевести? Не, не трудно. Нет? Ну давай. Храбрость. Храбрость? Храбрость, да. А, я понял. Это я перепутал с киргизским языком. Не, у них просто это значит путешественник. Сафер. Так. Уху! Так, вот мы выучили новое слово. Зафар значит храбрость. Звучит таджикская песня. Они поют на таджикском. Цвета таджикского флага идентичны цветам иранского. Как я уже говорил, это один язык, одна культура и один народ. Да, сейчас мы вас снимем отсюда. Номера можно брать в кадр, да? Истекроль национальный, он сказал сейчас только что. Какие у вас прикольные мигалки. Ребята подготовились. Поставили себе музыку себе на лицевую часть машины. Как она там называется? На радиатор. Я так-то не пью. Да? Для нашего президента можно 50. Можно 50? Конечно. Но ты же не за рулем сегодня? Тебе? Нет, вот. Отдыхаю, для президента отдыхаю. Он мой кумир, понимаешь? Да, вот, кстати, вот только что мы говорили о президенте. Вот он, вот он на всех... Он красавчик, смотри. Красавчик. Конечно. Да. Он красавчик. Да. Знаешь, как... Он установил мир в вашей стране, да, правильно? Да, закончил войну. Его близко посмотреть, такое ощущение такое, понимаешь? Он много хорошего делает, да? Конечно, конечно. Он все вот сделал, вот сейчас мы отдыхаем, все, он основоположник, это вот положение, это он. Отлично. Ну, расскажи еще что-нибудь про этот день. Этот день... Можешь пригласить всех в Таджикистан? Конечно, приглашаю я всех в Таджикистан. Так. Здесь все тихо, мирно, у нас все спокойно. Все понимают по-русски? Все, мы разговариваем даже на русском языке. Так. И мы уважаем этот язык, потому что это... Мы учились на русском языке и в таджикском языке. Угу. И мой родной язык это таджикский, конечно, но я люблю русский язык. Угу. Так. Так. Отлично.
Я и Путин мой тоже кумир. Так. И Ноэ Моли первый мой кумир. Первый кумир. Я его люблю. Отлично. Это флаг я за него поднимаю. Отлично. Потому что он основоположник нашего мира. И вот сейчас мы здесь стоим. И что-то весело сказать. Ну, я его люблю. Отлично. И тебя, и вас всех. И я тоже люблю ваш флаг и вашего президента. Может, вы что-то добавите, братец? Ошно? Ну... Скажите всем салам хотя бы. Да, ну ладно. Всем салам алейкум, я из Таджикистана. Так? Ну, вам скажите это, как Таджикистан? Мне супер, хайли-хуп. Да, мне нравится. Это гостеприимно или нет? Да, гостеприимно очень, по-доброму, да, все нормально. Все нормально? Любим, если нормально, да. Тоже нормально. Все мне нравится, да. Для нас это подарок Аллаха. Да. Да. Он нам дарит, и мы как относимся, и он как с нами относится, понимаешь? Угу. Вот так у нас понимается вот это. Угу. Гости – это подарок Аллаха. Да, так и должно быть, да. У всех мусульман. Все верно. Мне очень у вас нравится, очень гостеприимная страна. Спасибо, и спасибо. Люди, и люди. Что-то там заглохло? Это вентилятор. Вентилятор? А, интересная такая у вас система. Так, ладно, друзья, значит, не забудьте подписаться на этот канал, поставить лайк, откомментировать хорошими словами, нажать на колокольчик, поделиться этим роликом с друзьями. Ну и, конечно, добавить, что вы думаете по поводу всего вышесказанного. Сейчас, подожди секунду, я попрощаюсь со своим зрителем. Вот, вам горячий привет от президента страны, вот нам он приветливо машет ручкой. Мы только что про него говорили. И, вот. Мы и мы ему тоже привет передаем, вот мы ему машем, воздух, и вам всем, привет. И вам всем машем. А, друзья мои, меня зовут Олег, я путешествую 5 лет вокруг света почти беззатратно, и уже 56 стран за спиной. Поэтому, если вы хотите также по-прежнему изучать культуру, историю, традиции и праздники стран и народов мира, не забудьте остаться на связи и выполнить все, о чем я вас попросил. То есть подписаться, нажать на колокольчик, поделиться этим роликом с друзьями, поставить лайк и откомментировать хорошими словами. Кстати, вы даже можете поддержать меня и мой проект, который называется «Кругосветное путешествие». Перейдя по ссылке внизу, можно поучаствовать в платформе для пожертвований и немножко поддержать мой проект посильно, в нем поучаствовав. Да, ссылка называется «Patreon», там внизу все написано. Не забудьте нажать на ссылку, там, где написано слово «Patreon». Да. Спасибо большое, друзья. Впереди много интересного. Увидимся. Всем горячий салам из Таджикистана.